Здравствуйте, меня зовут Назигуль. Я в госпитале Мюнджи приехала из Казахстана, Нур-Султан. Хотела рассказать свою историю вкратце. В апреле месяце мне в Казахстане поставили диагноз рак щитовидной железы. Ну, первое, что я начала думать, это как можно выехать за рубеж и решить, скажем, свой вопрос. Отправила в несколько зарубежных клиник, в том числе и Израиль, Германия и Корея. Ответы получила с Израиля в том, что это невозможно, потому что карантин. Германия по процедуре запросила большой пакет документов, немножко было как бы сложно собрать. Касательно Кореи, я послала в 4 клиники запросы через своего координатора. Ответы получила. Но что мне понравилось именно в Мюнджи, почему выбор остановился, буду находиться 14 дней на карантине, уже операция будет проведена. Мало того, что обследование и плюс операция. То бишь 14 дней я просто не буду находиться на карантине как бы в режиме ожидания. В итоге мне где-то неделю, ровно неделю я ждала документы, подтверждающие, что Мюнджи принимает меня. В пятницу мы сделали запросы, отправила паспортные данные, отправила на английском языке свой, скажем, результат обследования. И в следующую пятницу, ровно с утра, я уже получила приглашение от клиники с полным пакетом документов. В тот же день я сделала запрос в посольство Кореи, что мне повезло, что посольство... Я сдала в понедельник документы, посольство тут же позвонили в клинику, и Мюнджи посодействовало, чтобы мне выдали визу буквально за 3 часа. Вот не поверите, за 3 часа. В итоге я и 10-го уже нахожусь в Сеуле, в Корее. В аэропорту у меня встретили, далее проверили ПЦР-тест, и уже в 7 часов вечером я была размещена в клинике. Я чувствовала себя комфортно, причем не зная ни английского, ни корейского языка, потому что настолько меня хорошо сопровождали координаторы международного центра. 10 числа, поступив в клинику, с вечера уже начались обследования, то есть я ночью проходила КТ, сдачу крови, УЗИ и так далее, то есть ночью начали готовить. И буквально 11 числа уже пришел профессор Ким и сказал, что он готовит меня к операции 13 числа. За 3 дня я сделала операцию. Восстановление, вот честно, я очень сильно боялась, восстановление, наверное, от моего страха составляет всего 5%. То есть золотые руки доктора, профессора Ким, это очень большая благодарность. То есть, сделав операцию, я проснулась, даже не поняла, что произошло. Он мне говорит, что все прошло успешно. И буквально вот это был беда, я уже чувствовала себя хорошо. То есть я прям вот ходила, это и самое главное, что голос, мой голос сохранился буквально сразу. То есть в пятницу после обеда я могла в полную силу говорить своим голосом, что немаловажно. То есть здесь я просто в восторге. Я в восторге и с большой благодарностью могу доверить вот свое здоровье и хочу пожелать вот другим клиентам, чтобы они обращались в эту клинику и могли оздоровиться, исцелиться. Ну, пока я находилась на карантине, я тоже, у меня была старая проблема, это голеностоп, то есть мне в Казахстане предлагали отключить сустав, чтобы я ходила буквы Г. Здесь я проверила через профессора ортопедии Ли, он мне предложил искусственный сустав. Также все быстро было принято решение, 21 числа мне сделали операцию на сустав. В ходе операции определилось, что сухожилия ахилловые были укорочены, потому что я 9 была и уже был артроз в большей степени. И в ходе операции мне все это провели. Соответственно, сейчас я вот в гипсе, сегодня 28 число, меня выписывают. Вот еще раз отдельное спасибо моим профессорам, это доктору Ким и доктору Ли. Также всему составу международного центра, то есть я еще раз повторюсь, не знаю никаких языков, я очень себя комфортно чувствую здесь в центре, я приехала без опекуна. То есть мой координатор Ольга все время была со мной, вот 24 часа в сутки, честное слово. Хоть выходные, не выходные, то есть всегда я могла к ней обратиться, и она всегда была на связи. Никаких барьеров не было. Также весь международный центр, вот я часто коммуницировала с Ириной, начальником отдела, я, Саша, это вообще помощник, все, что нужно, привезет, доставит. В общем, огромное спасибо и хочу, скажем так,
пациентам, который будет обращаться, вот, чтобы свой выбор остановили на этой клинике, потому что я очень благодарна и довольна. Всем здоровья, спасибо большое.